Всем привет. Мы взламываем сайты. Компании, которые проводят ICO, со сбором от миллиона до 20 миллионов долларов. Но делаем это мы для того, чтобы их защитить. Привет, ребята. Наши клиенты — это SEO-компании, которые проводят ICO, и у которых в команде нет эксперта по безопасности, у которых нет защиты от DDoS, и которые еще не знают, какие дыры есть в их веб-приложении. Это порядка 34% всех ICO. В чем проблема? Деньги от инвесторов не доходят до организаторов проекта. Почему? Их воруют. Порядка 10% всех средств, которые готовы вложить инвесторы в ICO, похищаются. Как это делается? Первый способ. У ICO есть сайт, лендинг, на котором находится кошелек, куда инвесторы переводят свои деньги. Мошенники взламывают сайт, меняют этот адрес кошелька на свой, и деньги от инвесторов просто идут в карман мошенникам. Потери от подобных взломов уже исчисляются сотнями тысяч и миллионами долларов. Кейсы — это CoinDash и Enigma. Вторая большая проблема — это мошенники в чатах. Они притворяются командой проекта SEO, CTO, ставят себе такую же аватарку, имя профиля и пишут инвесторам, вымогая у них деньги. Потери от 10 таких мошенников — это порядка 10 тысяч долларов в день или 140 тысяч долларов за 2 недели проведения среднего ICO. Для того, чтобы защититься от этого, мы, первое, проводим технический аудит, находим все дыры, через которые можно взломать сайт, и вместе с командой проекта закрываем их. А для защиты от мошенников мы используем ботов, которые вычисляют всех, кто похож на команду проекта и пишет инвесторам, и блокируем их. И причем не просто блокируем. Мы сейчас, наверное, вторая компания после Telegram в мире, которая может не просто выкинуть человека из чата в Телеграме, а целиком удалить его аккаунт. Размер рынка ICO — это порядка 300 ICO в месяц, порядка 4000 в год, из которых у 34% есть проблема взлома, дыры в сайте, а у 80% есть проблема с мошенниками, которые обманывают их пользователей и, соответственно, похищают у проекта деньги. За время акселерации мы выросли. Увеличили средний чек с 10 тысяч рублей до 10 тысяч долларов в 60 раз. А и выручку со 100 тысяч рублей в январе до 1 200 000 в марте и 1,5 миллионов в апреле. Ну, в 12-15 раз. Мы уже работаем с компаниями в юрисдикциях Сингапур, Виргинских островов и заключили партнерство с компанией из США HappyMod. У нас необычная команда. Виктор бросил работу в информационной безопасности Яндекса, чтобы перейти в Metascan. Дмитрий перешел к нам из IT-консалтинг, построил с нуля отдел защиты от мошенников, который за время акселерации заблокировал мошенников на сумму более чем 100 тысяч долларов. Игорь руководил поддержкой VIP-клиентов в антивирусном вендоре в рамках целого региона, помогал и защищал людей, говорящих более чем на 15 языках. А меня зовут Давид, и когда-то давным-давно я засыпал серверный рут-центра под шум кулеров, потому что у инженеров смены 24 часа. А последние 2 года руководил направлением веб-безопасности в компании Ростелеком, отвечал за безопасность более 500 государственных сайтов и сервисов, в том числе за безопасность веб-приложений электронного правительства. Мы планируем стать лидерами рынка по защите ICO от мошенников и киберугроз к концу 2018 года, и примерно треть всех ICO будет пользоваться нашими сервисами. В этом случае наша выручка составит в районе 13 миллионов долларов или 800 миллионов рублей. Для этого нам нужно вести бизнес с компаниями, находящимися в США. Для этого нужно юрлицо в юрисдикции, одобряемой SEC комиссии по ценным бумагам, англоязычный офис, инженеры и аккаунты, говорящие на одном с клиентом языке. А перед тем, как закончить, я отвечу на один вопрос, который мне часто задают. Что будет, если рынок ICO закончится и вся эта история прекратится? Ответ такой. Мы пришли в акселератор с сервисом, который называется Metascan. Это система, которая автоматически находит дыры, через которые можно взломать сайт. И то, что мы сейчас делаем, это практическое применение нашей системы к рынку ICO. Если с ним что-то случится, мы можем работать в сфере corporate accounts или enterprise. Мы привлекаем инвестиции, но проценты, суммы и условия привлечения предлагаю обсудить лично после мероприятия. Еще раз напомню, меня зовут Давид, компания Metascan. Буду рад с вами пообщаться. Хорошего вечера.